должны были дать кружку. Вот она, кружка таинственной персоны. Давайте посмотрим. Ее дают тем, кто уже легендарный пират. Пулимен, спасибо большое. Вот такая вот кружка для легендарных пиратов. Если вы уже в статусе легендарного пирата, заходите в течение этой недели и можете забрать. То есть, если вы до 14-го получаете легендарного пирата, например, тогда можете получить эту кружку. Кстати, кружка прикольная. Если зайти в журнал пирата, вот сюда вот, 9-й сезон, события, особые события. Отпразднуйте легендарную неделю, зарабатывайте больше наград на уникальные косметические предметы, объединяйте усилия с легендарным сообществом, чтобы события в игровом мире происходили еще чаще. И вот сюда заходит что-то, легендарные ежедневные испытания. Когда сообщество сдаст достаточно сокровищ Афины и достигнутой цели, Форт Фортуны будет намного чаще появляться в море воров в течение суток. Ваш вклад в общую легенду. Сдавайте сокровища Афины, чтобы помочь сообществу добиться легендарных целей и получить легендарную серебряную повязку на глаз. Ну вот она там маленькая, еле видна. Вот такая вот. Не помню, есть она у меня или нет, сейчас посмотрим. И задания, которые будут каждый день. Например, сегодня нужно легендарный улов. Сдайте две любых сокровища Афины, чтобы достичь этой цели. Мы выполняем что-нибудь именно из сокровищ Афин, там, например, легендарный сундук или какую-нибудь диковинку легендарную. Нерву, здравствуйте. Спасибо, ребят, спасибо большое. И мы вот это вот закрываем. На следующий день посетите Форт Фортуны и победите Повелителя Пепла, чтобы достичь этой цели. Используйте Череп Судьбы, чтобы активировать Форт Проклятых и достичь этой цели. Череп Судьбы у нас находится. Например, у нее можно купить самое последнее, и здесь за дублоны. Вот, например, можно один череп купить, а можно сразу 5. Следующее задание. Завершить путешествие Легенда Завесы, чтобы достичь этой цели. Легенда Завесы у нас... Кстати, череп судьбы еще можно взять у легендарного пирата в сокровищах Афины. Туда спускаемся вниз, да? Когда на балалайке играем, там можно купить это задание тоже на череп судьбы. 11 сентября. Завершите легендарное путешествие... Поиски проклятого сокровища, чтобы достичь этой цели. Поиски проклятого сокровища также находятся у корабельщицы. Там можно взять проклятые сокровища. Это плачущий сундук, ну сундук скорби, сундук ярости. 12 сентября. Победите 3 корабля слуг пламени во время битвы фракций, чтобы... Ну, короче, в ПВП погружаемся на часах. Для тех, кто не знает как. Мы, короче, ставим сокровище Афины вот здесь вот, голосуем. У нас появляется эмиссарство. Ну, давайте поставим, в принципе, оно тут сейчас, наверное, нам понадобится. Поставили сокровище Афины. Вот сюда забегаем на свой корабль. Вот эту вот штуку голосуем. Здесь можно поставить костей. Кости нам не нужны, мы же легендарные пираты. Вот сюда вот ставим, появляется карта, голосуем. Отправляемся от форпоста, погружаемся в воду и топим корабли. И последнее задание будет. Сдайте горелый сундук с легендами, чтобы достичь этой цели. Ну, вы понимаете, где этот горелый сундук? То есть берем задание в глотке. Там, например, на Мору приплываем, берем задание легендарное. Ну, там будет на картинке легендарный этот пепельный сундук. Выполняем задание, сдаем и все. Посеребряная легендарная повязка. Вот такую вам дадут, когда вы там завершите. Завеса древних, вот она. Я возьму одну. Так, череп, завеса древних. Я уже забыл, как делается-то. Так, ну корабль затонул к северо-западу от пальм пирата. Они где-то у нас вот здесь. Поехали, хватит болтать. А, здесь же вот так вот. Ё-моё, я реально уж все позабыл. Я сейчас тут сломаюсь. Опа-на. Интересно. О, тут же всякие вот эти еще есть. Не, ну одному вот это забирать, конечно, такое себе. Так, у этого кепку можно подвинуть. Ни хрена не это. Золотишко. Ни хрена себе. Открываем. Так, здесь уже все забито. Опа. Серега, здравствуйте. Сат оставил это мне, надеюсь, вы сможете. Остров полумесяца, я понял. Она вот так вот на СВ. Погнали. О, hello. Так, награда морехода. Куда я приплыл-то? Мне кажется, мне вообще на ту сторону. Опа-на. Кубок берем себе. А, все, у меня уже это самое. Нормально.
Ой-ой-ой. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Мимо, понял. Давай. Все, остается главное. Да, это скелеты плавают. Нормально. Опа. Опа. Так, еще остается та штучка. Давай. Так, все нормально. Погнали. Так, легендарная. Сюда. Слушайте, а смотрите, какие суммы. Там 18-27. Это что за суммы такие? Дальше мы сделаем... Можно сделать еще эмиссарские. Эмиссарские у нас отмечаются флажочком. Хорошие близнецы. Кстати, можно снять эмиссарку. Мы тоже получим. Подведите корабль ближе. Понимаю. Короче, все сделаем. Во. Эмиссарские взяли. Спустили флаг. За это мы получили 10 тысяч. То есть у нас удвоение сегодня. Контента будет достаточно. Так, здесь у нас будет загадка. Угу. Найди ты деревянные развалины на побережье Восток. И назад не смотри, дальше свет прочти. Да, оно. Найди поросшие травой утесы над пещерой контрабандистов. О, выполнилось. Обычай морских волков нам знаком. От каменной могильной плиты на краю обрыва на северо-восток, на юго-юго-восток мы пойдем. Так, короче, каменная могильная плита на краю обрыва на северо-востоке. А, вот она, ё-моё. Прям на краю. Вот это вот, вот. Так, нам примерно вот так 6 шагов, тоже 6. Одинокий островок на С. Погнали выкапывать. Так, островок первый у нас вот здесь вот. Такое я брать не буду. Не-не, мне не надо. Так, рощи близнецы. А, точно. Главное задание эмиссарское. Вот сейчас здесь будет, наверное, легендарный сундук. Поехали. Последнее эмиссарское задание. Потом остается гавань воров. Слева вон там и посередине, да? Вот тут. Опа. О, легенду сразу. Вот вам эмиссарское задание. Так, легенду ставим. Сейчас, короче, лодку надо будет забрать. Это все сдаем и летим на ФП. На лодочке.